Всем привет! Этот ролик я хочу посвятить вашим вопросам о бесчиповой прошивке в принтерах Epson. Для тех, кто еще не знает, бесчиповая прошивка позволяет использовать СНПЧ без установленного на блок картриджей чипа. Первая бесчиповая прошивка появилась 2 года назад. И чтобы вы поняли, насколько проще стало работать с СНПЧ, я расскажу вам, как было до и что мы имеем сейчас. Поехали! Итак, начнем с того, что с момента появления первых СНПЧ в 90-х годах и до 2017 года возможность использовать СНПЧ всегда зависела от того, смогут ли производители альтернативных расходных материалов выпустить неоригинальный чип на очередную новую модель принтера. А модельный ряд Epson обновлялся с завидной регулярностью хотя бы раз в год. При этом функциональные модели нового поколения часто ничем не отличались от предшественников, кроме новых оригинальных картриджей с новыми чипами. Нам приходилось в срочном порядке заниматься разработкой новой версии чипов для новых моделей, а это не всегда получалось сделать быстро. Поэтому владельцы новых моделей часто подолгу ждали СНПЧ на свои модели. Пока появится рабочая версия чипа, пока будет произведена партия на заводе, доставлена из Азии в СНГ, в общем, все это было долго. Разработка бесчиповой прошивки не привязана к физическому производству и поставкам товара. Это программное обеспечение. Как только удается создать работающую прошивку, ею сразу же можно пользоваться и не ждать, пока контейнер с новыми чипами доплывет и пройдет таможню. Второе. Нет чипа – нет проблем с браком. Еще 5 лет назад наши сообщества в соцсетях были полны жалоб на то, что чип в какой-то момент выходил из строя и отказывался обнулять систему, не проработав и месяца, или же сразу приходил с заводским браком. Его нужно было менять по гарантии или покупать новый, устанавливать на блок картриджей, что часто в домашних условиях оканчивалось катастрофами. Таких проблем нет, если у вас бесчиповая прошивка. Ваш принтер просто не зависит от наличия чипа на картриджах. Третий вид неприятностей с чипом связан с тем, что технически довольно сложно подогнать блок картриджей и размер чипа под каждую новую модель. Поэтому есть типы картриджей, и в пределах этого типа все картриджи одного размера. Следовательно, в одних каретках чип неплотно контактировал с контактами на каретке и постоянно терял связь, вызывая ошибку. А во вторых случаях, наоборот, очень туго вставлялся весь блок картриджа с чипом, и при его извлечении чип мог повредиться и даже выломать контакты на каретке, которые особой прочностью не отличались. В принтерах с бесчиповой прошивкой вам, во-первых, нет необходимости постоянно доставать картриджи из каретки, ну а во-вторых, здесь нет никакой зависимости с какими-либо контактами. Четвертое. Постоянные обнуления уровней чернил. Тот факт, что на принтер установлено СНПЧ, еще не значит, что мозг принтера это понимает и автоматически корректирует свое поведение под новые условия. Он не настолько умен. Производитель на программном уровне заложил в него необходимость отслеживать уровень чернил в картриджах, и делает он это с помощью именно чипа. Ресурса оригинальных картриджей хватает на какое-то четкое количество листов с каким-то процентом заливки, после чего программа скажет, что нужны новые картриджи. Собственно, этот же механизм и в чиповых СНПЧ. Альтернативный чип имитирует работу оригинального, с тем лишь исключением, что каждый раз чип менять не нужно, его можно было обнулить с помощью кнопки. Но это все равно нужно было делать. Принтер останавливал печать, ждал обнуления, а потом заново начинал печатать. А если в принтере 4 или 6 цветов, и каждый в своем ритме расходуется и заканчивается? Как вы сами понимаете, с бесчиповой прошивкой таких танцев нет. Не нужно постоянно держать принтер под присмотром, ожидая, что он вскоре попросит обнуления. Вы просто печатаете без вынужденных пит-стопов и следите, чтобы уровень чернил в СНПЧ был достаточным для вашего объема печати. На программном уровне принтер будет показывать, что уровни чернил всегда 100%. И последний, пятый момент – это вопрос комфорта. Работа с СНПЧ и чипом всегда была в какой-то мере стрессовой. Нужно все делать очень аккуратно, лишний раз не дышать, не смотреть на него. Складывалось такое ощущение, что нужно иметь какое-то дополнительное техническое образование. И, конечно, это отпугивало.
Бесчиповая прошивка все эти трудности свела к нулю. Уже не страшно работать с принтером, нужно всего лишь придерживаться трех простых правил. Не обновлять прошивку, как часто просит принтер. Следить, чтобы в донорах СНПЧ было достаточно чернил. И не запускать принтер, если в донорах нет чернил или если в каретке вообще нет блока картриджей. Правда ведь, сейчас все стало гораздо проще? Это и все, что я хотела вам сказать о бесчиповой прошивке. До встречи!